становитесь подальше от перекладины, как можно дальше, и выполняете прыжки. Ну вот, пацаны, закончилась тренировка, такая коротенькая была. Я выполнил становую тягу и выполнил прыжки. Я только стартовал своей подготовки, веса, конечно, небольшие, 150 килограммов всего лишь было на становой тяге. Ну, дальше больше, ребята, дальше больше. Поэтому тренируемся, дальше все будет потихонечку веса расти, результаты расти. И все у нас получится. Всем пока.